Я всех приветствую. Меня зовут Ирина. Участвую в суперкопилке с октября месяца 2019 года. И сегодня команда суперкопилки нам сообщает, что запустили тематическую распродажу долевых акций. Вы можете стать совладельцем проекта. Представляете, как это круто? Давайте разбираться. Если вы еще не знакомы с инструментом долевые акции, то предлагаем для начала ознакомиться со статьей «Долевые акции». Я уже ознакомилась с этой статьей еще в 2016 году. Суперкопилка запланировала запускать эти акции, и сейчас потихонечку осуществляются все задуманные планы. Ранее в статье «Суперкопилка и наше будущее» мы подробно описывали планы сообщества на ближайшее будущее. И одним из планов команды «Суперкопилки» является разработка своей криптовалюты и платежной системы. Мы делаем первый шаг на пути к собственной криптовалюте и торжественно объявляем о запуске собственной криптомонеты Theta Coin. Название Theta Coin образовано от слияния слов «coin» – «монета», а Theta – это название единицы учета в личном кабинете. Получит это коин на личный кошелек за каждые 10 купленных акций. В связи с этим мы объявляем продажу долевых акций и начисляем Theta Coin каждому участнику, купившему долевые акции. За 10 купленных акций вы получаете 1 Theta Coin. Средства, привлеченные от продажи долевых акций, пойдут на выпуск токена Theta Coin, привязку его к личным кабинетам суперкопилки, франшизу Wise Deposit, а также на размещение его на бирже Bazaar Exchange. Приобретая долевые акции, вы становитесь участником финансирования этого проекта, принимаете участие в улучшении работы суперкопилки и напрямую делаете свой вклад в развитие и достижение целей сообщества. В личных кабинетах всех участников уже включена функция покупки долевых акций. Вот здесь долевые акции на главной. Купить, передать, биржа. У меня партнерские пока недоступны, потому что я еще сама не купила. Что я планирую сейчас делать? Самое время покупать долевые акции. Условия продажи. Количество акций, размещенных для продажи, 100 тысяч акций. Период. С 13 января по 9 февраля 2022 года. Администрация сообщества будет продавать долевые акции всем желающим. Продажа акций прекратится автоматически в тот момент, когда будет продано 100 тысяч акций. Или по истечении 4 недель. Цена акций будет изменяться в зависимости от количества проданных акций. На первом этапе цена акций будет равна 1,1 тета за одну акцию. Всего планируется 4 этапа продаж по 25 тысяч акций. Цена будет повышаться по мере продажи каждых 25 тысяч акций. Первый этап – 1,1 тета за акцию, второй этап – 1,2, третий этап – 1,3 и четвертый этап – 1,4 тета за акцию. Покупка акций будет производиться за счет доступных к выводу средств на вашем балансе. Подробная инструкция о том, как приобрести долевые акции, описана в статье «Покупка долевых акций». Минимальный пакет акций, который можно будет приобрести, 10 штук. Начисление. За каждые 10 купленных акций вам будет начислен 1 Theta Coin. Например, при покупке 1000 акций вы получаете 100 криптомонет на ваш кошелек Theta Coin. Вот здесь в статье вы можете узнать, как купить акции. Вот вы видите информационный блок, отображающий данные аккаунта по долевым акциям. И здесь показано количество приобретенных акций, доля в процентах от общего числа всех акций, сумма полученных бонусов, общая сумма выплаченных совладельцу дивидендов, общее количество доступных к покупке акций, стоимость одной единицы на текущий момент. Вот. У меня пришло партнерских 105 тет. Сейчас я буду покупать акции. Нажимаю кнопочку «Купить». 85 акций я буду покупать. Сумма покупки 102 теты. Увеличение доли 0,1. Нажимаю «Купить». Акции куплены. Вот видите внизу. Теперь в истории операции смотрим. Вот $102 покупка долевых акций по цене 1,2. Из главное у меня эти денежки списались. Зарегистрируйте свой личный кошелек на платформе Waves.
Подробную инструкцию читайте в статье. Какие преимущества DataCoin перед обычными платежными системами? Как вы можете использовать DataCoin? Планы по внедрению и регистрация кошелька. Вот здесь вот все подробненько почитать. Для получения DataCoin после покупки акций вам необходимо подать заявку в вашем личном кабинете суперкопилки. В заявке обязательно указать дату покупки, количество купленных акций, номер кошелька, куда зачислить DataCoin. И тема начисления DataCoin за покупку акций. И текст обращения начисления DataCoin за покупку акций. Дата покупки такого-то числа, количество купленных акций столько-то и номер кошелька. Открываем вот этот сайт. И зарегистрировать кошелек по инструкции. Вот здесь все написано. Как создать новый аккаунт. Вот здесь я нажала кнопочку «Регистрация». Вам предложено несколько вариантов регистрации кошелька. Рекомендуется регистрация по e-mail. Вот мой e-mail. Я придумала сложный пароль. И «Создать аккаунт» нажимаем. Подтверждаем e-mail кодом, который приходит на почту. Успешная регистрация. Нажимаем «Войти». И вводим пароль, который мы придумали. Здесь мы складываем пазл. Подтверждено. Копируем адрес. И пишем в суперкопилку. Нажимаем раздел «Помощь». Здесь выбираем начисление DataCoin за покупку акций. Все как здесь. И текст обращения. Вот так, 85 штук. И вот здесь вот мы копируем адрес кошелька вверху. Вот так, копировать адрес. Все, и отправляем. Все, мое обращение передано в службу техподдержки. Вот здесь все показано, как я сделала. Сумма дивидендов у текущих держателей акций уменьшена не будет, так как мы не выпускаем новых акций. Мы продаем только ранее эмитированные долевые акции. Выплата дивидендов. Дивиденды с приобретенных акций начисляются на балансы участников по понедельникам. Сразу после приобретения долевых акций каждый владелец начнет получать дивиденды на еженедельной основе, начиная со следующего понедельника. Вы можете получать партнерские бонусы в размере 10% с первой линии партнеров от их покупок долевых акций у суперкопилки. Получение партнерских бонусов от покупки акций партнерами будет доступно с момента, когда участник сам купит долевые акции, то есть у меня они уже доступны. Если участник не покупал долевых акций, то он не будет получать партнерские бонусы в случае, если акции покупают его нижестоящие партнеры. Обращаем внимание, что переводы долевых акций между участниками не считаются их покупкой в суперкопилке. Текущие настройки партнерской программы позволяют получить 10% партнерских бонусов от первой линии, 2% от второй линии и 0,5% от третьей линии и так далее. Сообщите своим нижестоящим партнерам об этой уникальной и ограниченной во времени возможности стать владельцем доли проекта. Таким образом, вы дадите им шанс приобрести акции по хорошей цене и сами заработаете 10 партнерских бонусов, которые будут начислены на ваш баланс. Кстати, в случае покупки долевых акций партнерские бонусы считаются на любые деньги без учета новых и старых денег. Это значит, что если вы уже являетесь владельцем доли в проекте, то вы будете получать партнерские бонусы со всех покупок ваших партнеров. Добро пожаловать в ряды совладельцев суперкопилки и держателям DataCoin. А моя партнерская ссылочка на суперкопилку находится под этим видео. Всем пока-пока!